Всемирный день качества отметили по всей планете. В связи с этим праздником компания WC Consulting Certific совместно с организацией по подтверждению соответствия менеджмента провели круглый стол. Главными вопросами стали техническое регулирование Республики Казахстан. Мирамгуль Салкимбаева с подробностями. В ТО «Растамасерт» созданы такие условия, при которых гарантируется обеспечение беспристрастности при проведении сертификации системы менеджмента качества. «Растамасерт» расположена в двухэтажном отдельно стоящем здании. Тут работают 5 экспертов-аудиторов и 30 технических экспертов. И для всех созданы лучшие условия. Имеется укомплектованный конференц-зал, оснащенный всем необходимым оборудованием. Сертификат соответствия СМК служит для потребителей основным критерием отбора при выборе организации и гарантии качества выпускаемой продукции, которые стали включаться как необходимый атрибут при проведении тендеров и заключении контрактов. А в прошлом году «Растамасерт» успешно прошла процедуру расширения области аккредитации, что позволило развиваться еще динамичнее. Работаем уже более года. Мы себя зарекомендовали как серьезный орган. Нашими услугами уже воспользовались более 70 предприятий. Не только город Караганда, но и по всему региону, по Республике Казахстан. О нашей процедуре вы можете узнать более подробно на нашем сайте www.rastama-cert.kz. Там расписана вся наша процедура, какие нужны документы оформить для того, чтобы работать с нами. Там же имеется перечень документов, которые нужно нам направить, чтобы мы провели работу, чтобы понять, сможем ли мы сотрудничать или нет. А ТОО «Внедренческий центр Consulting Certific» – это успешно развивающаяся на сегодняшний день консалтинговая компания. Consulting Certific организована в качестве разработки успешного внедрения систем менеджмента. А направление их деятельности основано на современных принципах данной системы, постоянное обеспечение потребителей всех форм собственности услугами на уровне, удовлетворяющим требованиям договоров. Также ТОО «Consulting Certific» обладает достаточной материально-технической базой, высококвалифицированными кадрами. Как отмечает сам директор компании, Consulting Certific, системы менеджмента являются человеческими системами, потому что создаются людьми, управляются и служат ими. Товарищество с ограниченной ответственностью внедренческий центр Consulting Certific прилагает все усилия для полного вовлечения всех работников организации в процесс деятельности в области качества на основе инициативности и ответственности. Внутренняя система управления организацией, которая способствует именно четкому планированию, выполнению работ, прослеживаемости выполнения работ, дальнейшего мониторинга работы и целью дальнейшего, конечно же, принятия решений по улучшению всей деятельности организации в целом. А подробную информацию о компании вы можете узнать на сайте www.vcks.kz. Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню качества, прошло среди представителей разных организаций. Также в круглом столе приняла участие заместитель директора государственного учреждения, департамент комитета технического регулирования и метрологии по Карагандинской области Баглана Бексултанова. Наша деятельность – это государственный контроль за безопасностью продукции, реализуемой, производимой на территории нашей области. То есть вся продукция, которая производится или реализуется у нас, она должна соответствовать требованиям технических регламентов и нормативных документов, то есть безопасна для наших потребителей. Как отмечает сотрудник акционерного общества «Карцемент» Андрей Смирнов, в их предприятии система менеджмента была внедрена совсем недавно, и на протяжении этого времени они убедились, что данная система не имеет никаких минусов, кроме того, что времени хватает только на решение сканвордов. Мы находимся в стадии разработки и внедрения системы. Это интегрированная система менеджмента. Одновременно мы внедряем систему менеджмента профессиональной безопасности и здоровья и систему экологического менеджмента. Начали разработку и внедрение системы мы в начале текущего года. Сейчас система практически внедрена. Нам остается пройти процесс сертификационного аудита и получить, собственно, сертификаты, подтверждающие, что мы соответствуем международным стандартам. Цель круглого стола – донести до населения то, что созданная и внедренная система менеджмента позволит успешно решить какую-либо поставленную задачу. И поэтому организаторы круглого стола в дальнейшем намерены проводить такие мероприятия еще чаще. Мирамгуль Салкимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.